Всем привет! На связи питомник «Солнечный цитрус». Сегодня хочу вам показать небольшой обзор наших экзотических растений, а точнее в этот раз поманго, те саженцы, которые есть еще в наличии, и те сорта. Пока у нас на Кубани достаточно тепло, днем прям такая шикарная погодка, до 18-20 градусов. Растения все еще гуляют на улице, греются кубанским солнышком. Ночами у нас уже приблизительно плюс 10, плюс 8 бывает, по-разному. В принципе, еще достойная нормальная температура. И пока не занесла манго в теплицу, там снимать их не очень удобно. Теплицу уже тоже подготавливаем к зиме и к осени. Пока гуляют, покажу вам, что есть. Я привезла целых 2 тележки офигенно красивых манго, как вы можете это здесь наблюдать. Некоторые сорта уже, конечно, сразу раскупили, их было просто немного. И те сорта, которые остались сейчас в наличии, их брала очень много, поэтому они как бы остались, потому что их прям реально много. Это сорт Ирвин, конечно же. Значит, я вам показываю сейчас вот эту часть. Здесь не все уже в продаже. Вот этот вот кусочек, пятачочек отставленный. Это я оставляю себе для экспериментов. А буквально вот эта полосочка, здесь у нас сорт Ирвин. Манго Ирвин, высокоурожайный сорт, зацветает в раннем возрасте. Такой, знаете, классный. То есть он вроде как бы и классический, но при этом, естественно, за что он ценится? За свою неволокнистую мякоть, за свои классные вкусовые качества и за быстрое вступление в плодоношение, за цветение вообще, раннее. Саженцы примерно все одинаковые. Поэтому именно про саженцы сейчас расскажу позже. Это, значит, полосочка у нас остатки Ирвина. И здесь полосочка остаток. Это желтый манго, сорт Атаульфа. Горячайший манго. Не давали его уже года 2, как я уже сказала. И, наконец-то, удалось взять. Прям вот, знаете, урвала и рада. Хорошее слово урвала, потому что еле-еле мне он достался. Соответственно, предлагаю его вам. Редчайший, вкуснейший, желтый вообще ценится за то, что как бы он необычный, да, для любителей, коллекционеров именно. Сами саженцы выглядят, как вы видите, примерно одинаково. Все они у нас идут вот в таких высоких, узких, длинных горшках. Номера обычно подписываю, чтобы было удобнее выбирать. Здесь у нас, получается, идет подвой. И отсюда идет прививочка. То есть все саженцы привитые, сортовые. Что многие спрашивают, они все привитые? Да, они привитые все. Вот здесь место прививки. Абсолютно все привитые. Я выбираю те сорта, которые реально привитые. Потому что иногда раньше приходили некоторые сорта не привитые. Но с теми сортами мы уже давно закончили. Берем только классные, нужные. Просто мы тоже экспериментировали, смотрели, вкус сравнивали и так далее. То есть взяла для вас чисто топчик. 2 сорта осталось в наличии. Значит, внешний вид дальше. После прививки идет основной у нас, получается, ствол. Вот он. Они такие мощные, все классные. Смотрите, здесь ствол более молодой, но он уже готов к пересылке однозначно. Потому что, видите, он такой эластичный, он окрепший. А далее, где-то есть много листиков и много разветвлений, да? Где-то чуть меньше. Например, у манго Атаульфа. Некоторых я тут, видите, даже подстригала, потому что вся бутылочка пошла вверх. Смысла нет. Их нужно формировать. Здесь убирала макушечку. Да, соответственно, чтобы это все начинало куститься. А вот здесь, например, видите, макушку я не убирала, потому что она нормальной высоты пошла. То есть вот такой сантиметров 40 был прирост. Уже он тоже, видите, окреп. Но я ее не убираю, потому что это нормальный прирост. Единственное, поставить новую подпорку, выпрямите и все. На макушечках, вот так у нас жуки уже эти осенние полезли. На макушечках почечки вот-вот просыпаются. Поэтому в ваших условиях все это тронется, двинется в рост. Все как бы шикарное, все классненькое. Поэтому манго внешний вид вот такой. Где-то больше разветвлений, где-то чуть меньше. В любом случае, это все заготовочки, это стартеры, с которых вы начинаете свою посадку. Далее, как любой саженец, вы начинаете формировать уже по собственному желанию. Пока погодка позволяет
во многих еще регионах, кроме Сибири, да, спокойно заказывайте манго. До 0 градусов отправляем. Кому надо, с небольшим утеплением пишите, естественно, все заранее. Кому нужна страховка, тоже пишите, все оформим. Все отправим двумя компаниями, почта и стек. Саженцев уже мало, половина разъехалась, половина еще есть. Ну, даже чуть меньше половины. Короче, классный манго. Вот я не знаю, не представляю даже, знаете, себе зимний сад без манго уже, если честно. Вкуснейшие, обалденные. То есть те плоды из магазина и плоды на своем манго. Ну, вы понимаете, это небо и земля. Поэтому, кто хотел, берите, берите, пока есть крутые, классные экземплярчики. Ну, в общем, пока есть еще из чего повыбирать. Красота. Вот такая экзотика на сегодняшний день. Заказывайте, наличие еще есть. Обязательно подписывайтесь на канал, а я вам всем желаю удачи, хороших урожаев и до встречи!